Отдых – это не только шлепанцы и купальник, но и то, что будет на вашем столе. Предлагаю начать с короля любого пикника – с шашлыка. Здравствуйте. Здравствуйте. Килограммчик, пожалуйста. Вам какой, на пикничок или классический? На пикничок. Килограммчик. Изумительные кусочки охлажденной свинины, замаринованные в специальном соусе, сэкономят время его приготовления и с аппетитом будут съедены вашими близкими. Ой, спасибо большое. Здоровья. Спасибо. В компании БМПК следят за качеством своей продукции, используя проверенное мясо местных производителей. Здесь предлагают горожанам исключительно свежие полуфабрикаты. Для быстрых перекусов отличный вариант – штучные полукопченые колбаски. Такие удобно брать в дорогу. БМПК позаботился и об удобстве своих покупателей. Предлагаю взять немного овощей для салата. Пригодятся и соусы – кетчуп и майонез. Супчик на костре – это особенное блюдо с непередаваемым привкусом дымка. Запасемся готовыми или же ингредиентами – тушенка, картошка и лапша. Согреет вашу дружную компанию, конечно же, чай для сластен, сахар, рафинад, печенье, конфеты на ваш вкус. И, наконец, к сопутствующим товарам – древесный уголь и набор одноразовой посуды. Это просто спасение для хозяек. Что ж, на кассу? Общий чек у меня вышел на 980 рублей, зато провизии хватит на большую компанию и не на один день. С универсамом низких цен собираться на отдых выгодно. Удобно и место расположения. Ключевская 42А. Краснофлотская 36А и конечная 5А.